Hello, друзья, с вами Силпро, и сегодня покажем шейдеры для Minecraft Top Expedition. Шейдеры делал известный разработчик Жек Смирнов, наверное, все знают его, потому что он делал мод Factorization. Ну и шейдеры требуют довольно мощный девайс, поэтому вам придется подкупить довольно очень мощное устройство. Что ж, во-первых, в шейдерах есть сглаженные тени, что дает им такую красоту. Также здесь есть, можно сказать, сглаженные блоки. Вот такого становится освещение, и сглаженные блоки. Блоки вы сейчас можете наблюдать на своих экранах. Да, это довольно прикольно. Или это можно назвать даже размытием от цвета. Да, это будет размытие только если у вас будет стоять рядом факел или какой-то еще блок освещения. Ну, как видите, это первая версия шейдеров на новой версии Майнкрафта, и поэтому здесь будут баги. Ну, освещение вы сейчас можете видеть на своих экранах. Освещение довольно прикольное, но здесь очень прикольная водичка. Это просто класс. Представьте себе, увидеть такую водичку в Майнкрафте Pocket Edition. Это просто классно. Водичка переливается, движется. И также, когда вы ставите факел рядом с водичкой, на водичке появляются блики от факела. Это просто прикольно и забавно. Поэтому я рекомендую вам скачать именно эти шейдеры. Но, опять же, как я сказал, вам придется покупать довольно мощный Android девайс. Ну и, к сожалению, облака здесь есть, но если вы включите ультрашейдеры, да, здесь 4 выбора шейдеров, поэтому выбирайте все сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.